Вот так вот, мои юные зрители, выглядит фартук. Что мы видим? Смотрите. Точнее, ух ты. Здесь. Здесь подгнило чуть-чуть. Ну-ка, ну-ка, иди сюда. Оно. В общем, вот так вот, как секло, бампер не прикрывал, да, где часть фартука, ее отсекло в слюне. Все, что выше, беленькое, да, видите, вот здесь полоса. Все, что еще выше, опять бампер не прикрывал. Вот, кстати, вот она, шайбочка, иди сюда. Маленькая гадина. Все, что выше, также посекло. Вот это вот не откручивается. Фары открутились более-менее. Здесь вот так вот все расходится. Кишки лезут наружу. Смотри, вот я тут лазер. Плохая смерть у машины будет. Мучительная. Стаканы снизу гниют, гайки ржавые, рычаги ржавые, трубки ржавые, сырость. Отсюда не пойму, коррозия прет, либо мовилем здесь замазано. Вот это кронштейн бампер ржавый, стабилизатор, смотрите, как будто, блин, я не знаю, у меня вот та красная копейка, которую я уже сдал, все. Она и то целее была, хоть она 25 лет в гараже в сыром простояла. Вот не знаю, блин, какова цена коррозии, вот такова она. Цена этой коррозии. Все, бампера нет, капота нету. Все тут разбомблено уже. Тут нашел пару вмятин таких значительных, незначительные. Не замечаем, нахер надо. Я вот смотрю на эти крылья сверху, пришлось их, здесь тоже придется. Ну, что тут остается? Здесь я залез. Там я наверняка залезу, потому что здесь вот такая вот хренотень. Здесь не знаю. Ну, что тут останется? Можешь покрасить крыло, все. Здесь готовченко. Ну, еще разик я прошпаклюю сейчас. Ой, блин, аж сердце колет. Так, здесь вот такие вот красоты изнутри. Здесь все тупо до металла счищаем и просто нет. Сам, ну, смотри. Вот она, сырость. Рассадник. Вот оно, блин, даже здесь вспучило все, видишь? Все нахер повспучивало. Блок. Кронштейн, блок весь в масле. О-о-о-о. Здесь такая же херня, только обсечена еще сильнее. Почему она? Ну, видать, да, со встречки летела больше. Вот, снимаем, ладно, вот эти хреновины. Здесь такая же ситуация, все гниет изнутри. К тому же там мовиль, видите, внутри не обнаружен. Никакой обработочки там не было, хер вам нарыло. Вот так вот, ладно. Здесь тоже, в принципе, все. Здесь разодранные двери. Здесь надо чуть-чуть шпаклянуть. Вот там вот. И будет готовченко. Ладно, продолжаем ипаться. Так, это не реклама йогурта Данона. Это мой ужин на сегодня. Наверное, на сегодня. Может быть, будет еще ужин дома. В общем, так. Время. 8 вечера. Что-то тут щелкает. ВКонтакте написывают клиенты. Каким, говорит, красится. Все хотят, никто не приезжает. Точнее, процентов 50 не приезжает. А, значит так. Все-таки я решил забубенить это крыло. Осталось вот здесь вот. Видно, да, блестит вот здесь? Да-да. Этим самым. Ну, можно вот этим под грунт. Как он называется? Скотч Брайт красный. Вот, в общем, с этой стороны тоже. Прям такой, да? Тут Сталинград. Уже, блин. Кремов извел, блин, 120-х, 320-х, кучу целую. Тут вот каждая вот эта вот штучка, это язвочка.
Здесь вмятину какую-то нашел. Это крыло тоже, это все язвочки, язвочки, язвочки. По арке прошел, вот все, что торчало у машины, да, вот, пескоструйно было и, ну, и заржавело. Так. По морде. Ох, морда теперь чисто металлическая вся такая. Здесь было принято решение зашпаклевать. Ну его нахер. Снимая бампер, обнаружил такие вот штуки в трубе бампера. Новые непробитые билетики. Вот, смотри. 3 рубля. Понял, блин? 3 рубля. Как они туда попали? Ой, так, стоечка у меня, они еще сохнет. Здесь вот шов был. Второй шов был здесь вот. И вот он так вот сюда приходит. Но, как всегда, в подарок Антохе его сварили. То есть, если вот так на него смотреть, его почему-то вот так вот сварили домиком. Блин, я не знаю. Как вот это вводить? Я уж тут простучал, настучал там. Блин. Ладно. Сойдет. Сделаем, не будет видно. Но, как всегда. Ну, в общем, вот такая вот на данный момент у нас картина вырисовывается. Все вот так вот. Тут вот начал расчищать. Хер его знает, вот начал тут расчищать, а знаете, в чем проблема его? В том, что здесь дырка из-под самореза, попадает вода, и сразу, ну, в краску идет этот самый. Короче, краска эта баллончиковая, скорее всего, она тупо не сопротивлялась вообще, и сразу проходит влага через дырочку самореза, то бишь покрасили, прикрутили саморез, краску нарушили, все пошло, поехало, буквально там, я не знаю, машина-то никуда не ездила, она вот ко мне сюда приехала и заржавела. Такая вот, используйте нормальные краски, нормальные материалы, поменьше саморезов. Ладно, продолжаем. Вот так, в таком виде начинаем грунтовать. Фу, так, поподробнее. Здесь все под эту самую 320-ю, 320-я, 320-я, кроме заднего крыла. И здесь надо будет еще завтра лисочку нанести, здесь все прямо вот так вот четенько, 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 здесь расчищено. Вот, здесь какие-то такие вот херовины, херовины, здесь вот дырка. Ладно, мы ее зашпаклеем стекловолокном. Не варить же опять ехать еще. Так. Вот там вот как мог. Протянул шкурой все. Кантик арки. Все тут вот так вот. Кантик дверей. Все, там вот. Здесь будем антигравий еще наносить. Все вот эти вот жучки, они все, я их даже прошелся еще этой самой сегодня. Ой, вот этой херовиной. Мать ее, как. Здесь дырки теперь нету. Под антигравий. Здесь весь фартук, вся морда под антигравий пойдет. С боковыми частями крыльев вот здесь вот. По этой стороне. То же самое, 320 готовченко, здесь все вышпаклевано, здесь то же самое, вот один рез, второй рез, четвертная варка, да, раз, два, как у Максима Шелкова, да, все, нельзя допускать до использования, дорог общего пользования. Так. Здесь пошпаклевали, пошпаклевали. Там полностью растянули. Тут растянули. В общем, такая вот фигня. А, здесь вот
Почему не заржавело? Потому что здесь дырка. Здесь все, короче, в таком виде будем грунтовать. После грунтования скрывая голый металл, для того мы и грунтуем, наносим герметик вот здесь вот, там герметик, тут герметик, капот, сука, пучившийся вот здесь вот так вот он пучится. Скорее всего, это сквозная коррозия. И ни хера ты с этим не поделаешь. Он такой весь. Вот он. На грани весь уже пытается. Ну, блин, он пытается-то, блин. Ему надо памятник поставить. Он в центре города поставить постамент. На него капот водрузить. Он еще СССРовский. Ему как минимум 25-30 лет сейчас. И он не сгнил. А это говнище все прогнило нахер. Двери все поменяли. Потому что они все время поперли изнутри. В общем, вот такая вот на данный момент у нас картина. Некрасивая, да? Здесь вот все расчищено. И, в общем, начинаем грунтование.